Всем привет! Недавно получил блесну Twitcher Lure, который выпускает компания Миллион, продает через телепрограммы. Это блесна, которая робот. Она может и пищать, и вибрировать, и издавать звуки. А заряжается через брюхо. Вот здесь вот есть отверстие в брюшке, которое закрыто силиконовой пробкой. И заряжается вот компьютера с помощью шнура, который идет в комплекте. Как она включается, не мог долго сообразить. Потом догадался опустить ее в воду. Когда она опускается в воду, она работает в течение 6 часов и издает разные звуки и светится. Сейчас я покажу, как она это делает. Опускаем в воду. Вот у нее светится брюшко и идет вибрация. Слышите, да, как она пищит, вибрирует. Этим должна привлекать рыб хищников. Скоро испытаем ее на воде. А при вытаскивании она выключается автоматически. Спасибо всем за внимание.